Желаю мира и приятного просмотра. С вами Эц Копоровский. И сегодня, друзья, я хочу сходить на секонд-хенд, посмотреть несколько футболок. Потому что у меня они уже износились, я давно туда не ходил, ничего покупать. Кстати, очень большой ветер, поэтому может будет шумно, извините, если что. Кстати, вот эту вот сумочку я вчера купил на секонде, только в другом месте, на ГД. Кто может знает, среди местных. Пришел, там было два неплохих варианта, которые мне понравились. И я не мог определиться, какой взять, поэтому я взял два по 100 гривен. Пришел домой, и Соне понравилась вторая сумка, поэтому она забрала одну себе. Сейчас я хочу сходить посмотреть какие-то вещи, хотя шансов мало, что я могу что-то купить, потому что на вот этих вот секондах, где навес, то надо постоянно ходить. Систематически, чуть ли не каждый день, чтобы что-то прицепить, потому что хорошие вещи бывают редко, их все время вылавливают за 3 копейки. Поэтому как я не вижу смысл покупать футболки в магазинах, бутиках, тратить деньги на них. Нормальные деньги, потому что перейдешь, допустим, в Dream, там какой-то такой простенький бутик, и за футболку отдавать 400 гривен, либо 500, ну как-то не особо есть желание, поэтому как бы я и покупаю вещи на секонде. Кстати, я скоро буду ехать, наверное, уже в село, потому что я узнал, что там уже потери. Один гусь погиб, не знаю при каких условиях, но гуси там уже здоровые, прям очень здоровые, я не знаю, как он мог умереть, но он погиб, поэтому мне придется скоро ехать и смотреть за ними. Потому что мама не справляется. Еще у меня нога болит. У меня когда-то было переломано. Иду и наступать тяжело. И еще когда я долго еду за рулем, тоже она начинает у меня болеть. Так что сейчас придемте на секонд. Посмотрим, что там есть. Я вам покажу, если что-нибудь куплю. Заходим. Магазин на первом этаже. Это здесь должен быть. Тут еще такие ступеньки опасные. Так. Ну, как ни странно, что тут люди не стоят. Потому что я вчера проходил и не стал заходить, потому что здесь была огромная очередь. Так, надо одеть маску. Потому что магазин без маски нельзя. Видите, все в масках. Так, в общем, все нормально. Сидит, пошлите смотреть. Что тут есть интересное? Так, что тут есть? Что угодно есть, но то, что не надо. Вот какие-то кеды есть. Так, ну это лапать такой здоровый, капец. Мне такое не годится. Ладно, можно сразу идти в футболку. Я уже привык в этих магазах смотреть. Вещи. Тут ничего особо ценного нельзя найти. В основном футболки. Еще кепки можно посмотреть. Ну, шанс небольшой. Да, ничего нет, видите? Поэтому сейчас буду стричь футболки. В последнее время вообще ничего нечего здесь купить. Все какое-то, блин, большое. Вот эту вот футболку думал взять. Да она слишком жаркая. Короче, лучше я выбрал. Смотрите. Это маленькая. Это вообще детская. Вот эту вот думал взять. Так она растянутая, короче. Вот, нечего вообще взять. Вот одна футболка, которая более-менее на мне сидит нормально. Уже думал ее брать, но присмотрел. А тут посмотрите, куча дырок. В общем, нечего брать. И рубашка тоже не подошла, потому что рукава короткие. Поэтому в таких вот секондах не так просто выцепить нормальный шмот. На секонде ничего не купил, но я решил зайти в магаз, купить немножко продуктов. Взял бананы, сливки, Соня просила йогурт и увидел колу апельсин. Ни разу не пробовал такую, новенькая, наверное. Хотя я не курсирую. Запах апельсина сразу чувствуется. Всегда от кока-колы ощущение
потому что много газов. Да, вам скажу. Меня ничем не удивляет, мне больше нравится обычно. Ну, как для пробы, то пойдет на первый раз. Хотя я больше предпочитаю Zero. Это, наверное, все-таки сезонная кола. Здравствуйте. Здравствуйте, вы меня снимаете? Снимаю вас. Так, в общем, у нас сейчас будет обед. Еще? Да, еще ложку. Короче, я всегда стараюсь покушать в обед суп либо борщ, потому что... Хлеб забыли. Купить. Угу. Да, ты не сказала. Просто не кажется, что я в последнее время немножко жирный? Последнее время? Да. Или я вообще всегда был жирный? Я не сказала бы, что ты жирный. У тебя просто это... Что? Имеются там жировые отложения в районе живота, там, и угу. Все. Больше нигде у тебя жирный. Да. Что, как тебе вот эта кока-колка? Она такая сладкая. Я бы лучше такую кока-колу выпустила к Новому году или к Рождеству. Потому что летом как-то она... Хочется, чтобы посвежее, да. Она очень сладкая. Ты себе чуть поменьше положил? Да. Да. Кола, в принципе... Так себе. В общем, сейчас покушаем и будем думать, куда нам двигаться дальше. А ты всегда говорил супы уже, борщи. Да, борщи это топ. Что? Ну да. В общем, приехали на Африку. У нас есть пляж такой в Киеве. Я тут не был, наверное... Несколько лет. Турник. Ну-ка, давай попробую потянусь. Правда, я не уверен, что я вообще сделаю хоть пару раз. Так, для себя проверю. Давненько же не потянулся. Ага. Да. Он такой маленький, кстати. Да. Ого. Трещит косточки, да. Густят. Ого. Кась, отойди. Ого. Это было, наверное, разминка. Ну да. Три раза. Капец. Позорище. Надо заниматься спортом, ребят. Чтобы... А вот это как я три раза не делать. Так, сейчас мы найдем какое-то местечко, где можно будет упасть. Как все тут закрутилось. Мы приехали ближе уже к вечеру, чтобы особо не сгорать, потому что очень жарко. Сейчас подумаем, где нам упасть. Либо здесь, либо можно пройти туда дальше. Да. Так она гавкает, да? Да. Это тузика? Я тоже думал, что туда. Так. Сейчас найдем какое-то место и усядемся. Вася. Вторая собака тоже гавкает. Тихо, успокойся. Все, сдергивай ее, пошли. Нельзя. Нельзя. Ты ее все время вот так дергай. Что так делать? Нельзя собакам. Все, мы уже пришли. Спрятались в тенек. Там тоже люди отдыхают. Есть рыбаки. Вот здесь сидят. Вот здесь тоже мужчины с удочками ловят рыбу. А там дальше пляж. Мы спрятались в теньке, чтобы не сгореть. Потому что на солнце особо не загорали еще в этом году. И еще я себе купил вот такую вот багет с темной бужениной. И тут очень много морковки по-корейски. Ммм, вкусно. Вкусно? Да. У меня тут огурцы кисло маринованные. Потом курица. Угу. Морковка, салат. Вот. А у тебя что? У меня огурцы обычно свежие. Чиабатта? Да, чиабатта, помидор, угу. Какой-то соус немного есть, салат и колбаса. Типа салями. И Кася попрошайничает. Кто бы что дал вкусненько? Угу. Ага. Ну что ты лежишь? Просит чиабатты. У меня как-то суховато. Да, суховато. А у меня хорошо. Но слишком большая эта чиабатта. Угу. У меня нормально. Какой-то соус белый, возможно, со сметаной. А может майонез?
Аж подкрепимся. И пойду. Попробую какая водичка. Потому что в этом году я еще в Днепре не купался. Ты хочешь водичку потрогать? Да, не знаю. Слушай, а водичка-то теплая. Да, хорошая. Пойду попробую окунусь. Ой. Вода, конечно, так себе. Желтая. Вон рыбки плавают маленькие. Так, сейчас окунусь. А, дальше захожу немножко прохладно. Куча детей. Все плавают. Закрываемся. И на берег сушимся. Ну, кстати, когда окунешься, то хорошо. Вообще, водичка теплая. Красота. У меня батя постоянно ходит купаться, потому что он живет на пляже. И мама, когда в Киеве. Что? Катя купается? Еще все. А сегодня даже покупалась. Воду носить не буду. Да. Ну теперь надо загорать на солнышке. Саня балуется с Касиной. Что? Кася, иди сюда. Кася. Кася, Кася. Что это ты делаешь? Касюня. Иди в воду. Иди сюда. Иди сюда. Иди давай. Все. Ну да. Так, в общем, надо здесь обсыхать. Вышел, кстати, ветер, прохладно так. Ага. Самое интересное, вот тут вот люди рыбу ловят, а вот здесь купаются. Да, тепло. Так я никогда не вижу, чтобы кто-то что-то тут ловил. Ага. И канчи не клюет. Так, в общем, вечером мы решили отдохнуть и взяли с собой кальян, развели его на костре, потому что у нас нету горелки, да. И сидим вот так вот, тишина, спокойствие, красота, в общем. Жабки крякают, зелень, вот так. Тут очень красиво, люди ловят рыбу. И мы тут сидим вот так вот на стульчиках, курим кальян. Сонь, что, как вкус? Классно. Да? Угу. Хорошо отдыхать? Только да. Комары кусаются. Это да. Пробуем. Красота. В общем, будем отдыхать, курить кальян, расслабляться. И ролик подходит к концу, потому что уже вечер, так что ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. И до следующего выпуска, ребят. Всем пока.